красиво как. Вообще JetBlue, хоть и лоукостер, но мне в нем очень нравится. Здесь гораздо комфортнее, чем в других лоукостерах. Место до следующего сиденья гораздо лучше, больше. И очень комфортные сиденья, которые регулируются. У них спинка откидывается. Вообще все по очень по-раздолбайски. Никаких там уберите там свои камеры, там берите там наушники, выткните, такого ничего не показывали, никакого инструктажа не было внутренней линии. Сел я на борт буквально по калифорнийским правам, то есть там особо не смотрели. Скорее всего, рюкзак у меня превышал нормы, но никто ничего не сказал мне. Но при досмотре заставили ботинки снять. У меня новые ботинки, в которые там еще тот квест снять их. И надеть назад. Круто. Просто бесконечный город. Бесконечный.